Продолжаем гулять по стенду компании Midea. И смотрите, у меня дома есть посудомоечная машина. Я, честно говоря, не мыслю жизни без нее. Но вот здесь мы нашли совершенно потрясающий новый формат посудомоечных машин. Они даже не то что компактные, они такие очень-очень компактные. А здесь помещается много посуд. Ну, вообще, по характеристикам два комплекта. Но на самом деле много-много. Вот можно ставить тарелки в больших количествах и так далее. Для тех, у кого мало места на кухне, для маленьких семей, может быть, даже для холостяков, это идеальный вариант именно по формату. Главное, что на кухне она занимает совсем мало места. Она величиной с микроволновку, даже, возможно, поменьше будет. И это еще не все, и не самое главное ее преимущество. Эту посудомоечную машину, я вообще впервые такое вижу, честно говоря, эту посудомоечную машину вы можете не подключать к водопроводу, потому что здесь есть специальная емкость. Вот так открываете крышку, здесь фильтр, и сюда, в эту емкость, заливаете воду, совсем небольшое количество. Современные посудомоечные машины очень экономичные. Наливаете воду, она с ее помощью моет посуду и дальше сама сливает ее уже в канализацию, или в раковину. Можно просто шланг так опустить и все. То есть это такой вполне клевый вариант для дачи, может быть даже. Много можно применений найти. Кстати, про дачу. Если вы будете использовать ее на даче, то вы можете мыть в ней фрукты. Да, это не шутка. Здесь есть специальная, не только специальная корзина, но и специальная функция мытья фруктов. То есть положили, разумеется, моющее средство не нужно использовать. Положили фрукты, включили, и через 15 минут они у вас абсолютно чистые, можете быть уверены. Дальше, это тоже не все плюсы. Очень важно и здорово то, что здесь есть специальный режим парообработки. Он особенно пригодится семьям с детьми, потому что можно стерилизовать детскую посуду. Вы ставите вот специальные подставки детскую посуду в посудомоечную машину, активируете эту функцию, и все, не беспокойтесь, посуда абсолютно чистая. Дизайн. Мне очень нравится, как она выглядит. Посмотрите, по-моему, это круто. Она немного похожа на старый телевизор, но такой ретро, немного ретро в доме не помешает на кухне. Вот такие интересные посудомоечные машины предлагает компания Midea. По-моему, очень многим они могут пригодиться, и в России они скоро будут продаваться. Теперь перейдем к полноразмерным посудомоечным машинам. Это встраиваемая модель от компании Midea. Это одна из топовых моделей компании, и здесь, что называется, есть все. А что все, я вам сейчас расскажу. Начнем с того, что третья корзина, третий лоток для столовых приборов, для различной кухонной утвари. И его плюс не только в том, что он есть, а еще в том, что он такой лоток-трансформер. Его можно модифицировать, чтобы, например, вот здесь что-то более габаритное мыть. Вот все в таком духе. Это вообще уже must-have для посудомоечных машин, третья корзина. И здорово, что у Midea она есть. В корзинах для посуды тоже много всего интересного. Здесь различные полочки, которые можно снимать. Есть специальные такие прорезиненные держатели для бокалов, чтобы во время мойки все было надежно, но бережно зафиксировано. Дальше в нижней корзине тоже различные полки. Кстати, здорово, что здесь тоже можно мыть бокалы, потому что иногда вот этих полок не хватает, после вечеринки и так далее. Здесь все тоже модифицируется, да, если много тарелок, то пожалуйста, если тарелок мало, то сложил, и здесь можно сковородку, кастрюлю поставить. Вот еще что, вернемся к этой корзине, здесь инновационный разбрызгиватель, посмотрите, одна его сторона довольно классическая, вторая, она необычная, здесь еще происходит вращение вокруг своей оси, тем самым достигается наиболее эффективное мытье посуды, посуда моется еще более качественно, чем это могло быть с классическим разбрызгивателем. Здорово, что есть специальный дополнительный аксессуар для мытья бокалов. Они здесь надежно закрепляются, то есть во время мытья с ними ничего не будет, никуда не улетят, не разобьются и не повредятся. Вот так просто берете и ставите, например, вот сюда, да, в посудомоечную машину. Вот так. Хотя, конечно, бокалы я бы, наверное, мыл сверху, но нет, здесь удобнее именно внизу их мыть. Вот такой удобный аксессуар. Кроме того, я заметил, что очень легко выдвигается корзина. Здесь специальные обновленные направляющие, которые делают процесс этот очень легким и даже приятным, я бы сказал.
У этой посудомоечной машины также предусмотрен луч на полу, чтобы пользователь всегда был в курсе того, на каком этапе мытье, или если оно уже закончилось, тоже об этом знал. Есть в ассортименте компании еще модель с открытой панелью управления. Ну, то есть здесь всегда видно, как происходит мытье и на каком оно этапе. Функционально эти модели схожи, просто вот для тех, кто любит такую панель, пожалуйста, вариант есть. М-видео. Нам не все равно.